Всем привет! Как вы думаете, где я нахожусь? Вы думаете, что я нахожусь где-то в лесу? Нет. Вот это самое место, это самое что ни на есть центр нашего города. Вот это самое место находится буквально 150 метров от здания городской администрации. Вот посмотрите, как это все выглядит. Какие-то развалины, какая-то же полная ужасная жесть. Ужасные заросли. Мусор. Наверняка здесь еще и живут всякие бомжи. В чем самое интересное, что вот эта проблема вот этого двора, она... ну, скажем так, довольно долгая, довольно вечная. И год, и два года тому назад, и 10 лет тому назад. Здесь было все абсолютно то же самое. Вот только представьте, приедут к нам в Красноярск туристы на ту же самую универсиаду. Решат прогуляться к нашему городу. Вот так выглядит центр нашего города. За долгие годы здесь абсолютно ничего не меняется. Просто какая-то жесть. А ведь место очень-очень хорошее. Красивое. Вполне можно было здесь оборудовать или какой-нибудь парк, или какой-нибудь сквер. Вот смотрите, за забором. Красноярский краеведческий музей. Вот у них все здесь нормально, все в порядке. Красиво, цивильно. Буквально вот в двух шагах вот такой кошмар. И вот это на самом деле не меняется уже на протяжении не только там каких-то лет, каких-то уже совершенно десятков лет. Ну, то есть вот нашему городскому хозяйству как бы на это на все наплевать. Может быть, действительно все-таки стоит каким-то образом решить вот эту проблему. Срубить к чертям все эти страшные заросли, сделать здесь какой-нибудь красивый парк, может быть, передать его, вот эту землю, на баланс краеведческого музея, то правда, но на самом деле просто стыдно, что вот центр города нашего Красноярска выглядит вот так. Это какая-то страшная помойка. И все это расположено, напомню, 150 метров от здания администрации нашего города. Всем пока!